Здравствуйте, народ Казахстана. В связи с последними событиями я хочу сделать видеообращение нашему президенту Касым-Жомарту Токаеву, министру обороны Руслану Жаксылыкову, министру МВД Марату Ахмеджанову, председателю КМБ Ермеку Сагимбаеву и генеральному прокурору Перику Асылову. Предоставляю на ваше внимание видео. Националистов с главным требованием к властям прекратить бесконтрольно растущие потоки мигрантов в страну. Самая крупная демонстрация состоялась в московском районе Люблино. По оценкам полиции, в ней приняли участие 8 тысяч человек, по данным организаторов 20 тысяч. Пришли на русский марш показать, что русские люди есть, и что нас не запретить, что никому не сломить волю русского человека. И что все-таки, как-никак, мы добьемся справедливости, что кавказское население отсюда свалит. Все эти мигранты просто отсюда уедут и все. Марша были задержаны 30 человек. По версии полиции, причина ношения масок, нацистские речевки и символика. Отечество в опасности. Ударим по гастарбайтерам. Русские победили Наполеона, русские победили поляков, русские победили Орду, русские победили на Куликовской битве, русские победили Гитлера, русские всех победили и всех победят. И все, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. И мы заставим всех уважать русских людей. Россия, естественно, она не может существовать без национальности русские. Что связывает чеченца и чукчу, там остальные какие-то народы? Ничего. У них разный менталитет, у них разная история. Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Как вы могли заметить, это так называемый русский марш устраивается каждый год 4 ноября русскими ультраправыми национал-социалистами. Таких видео в интернете полным-полно. Сейчас в России идет полным ходом мобилизация, тем самым в нашу страну въезжают беспрепятственно мужчины призывного возраста с России. Кто может дать гарантию, что завтра в нашей стране не повторится, как на Украине, война? Кто даст гарантию, что у нас не появятся свои ЛНР, ДНР? В связи с этим я прошу ради спокойствия и благополучия казахстанского народа и целостности территории Казахстана
закрыть все границы с Россией.